В праздник Преображения Господня престольное торжество отметил Второй кафедральный собор Новосибирской епархии – Преображенский собор Бердска. Богослужение здесь возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. В этот день верующие вспоминают знаменательное событие, произошедшее на горе Фавор – явление Господа в Своей божественной славе перед Своими учениками – Преображение. Владыка Никодим напомнил верующим о том, чтобы все сумели осознать всю важность пребывания в вере и богообщении в молитве, и чтобы Господь даровал всем нам замечательное событие – преображение собственной души. Смысл нашей жизни заключается в нашем преображении, в нашем изменении. И когда это с нами произойдет, тогда мы с вами узрим и свет фаворский, и будем в благодати любви Божией, и пред нами откроется дорога в Царствие Небесное. О преображении, о изменении непрестанно говорят нам святые угодники Божии, своей жизнью показывающий нам, как человек может измениться, может преобразиться, может здесь уже на земле узреть свет фаворский. Поэтому, какие бы скорби в жизни не были, какие бы проблемы не возникали бы, как бы нам не было больно, преодолевайте все ради того, чтобы быть с Господом, нас любящим и нас милующим. И тогда мы узрим Царство Небесное и узрим пророков Божиих, Моисея и Илью, и узрим святых угодников, стоящих у престола Божия, и сердцем возрадуемся о безмерной любви Божией, проистекающей на каждом из нас. Сегодня, как дары, как плоды наших трудов, мы приносим в храм на освящение виноград, яблоки, иные фрукты и овощи. В свидетельство не того, что без Бога не мыслим нашей жизни. И первые дары наши посвящаем всегда Ему. Господь же нас всегда благословляет, всегда милует, всегда укрепляет.